Сегодня у нас с вами страна Вануата, и мы будем делать картофельный хлеб. Никогда раньше хлеб не пекла. Список ингредиентов оставляю под видео. Картофель почистим, порежем кубиками и зальем водой. Поставим на огонь, положим лавровый лист, немного посолим и поперчим. И сварим до готовности. Для теста нам понадобится 60 мл бульона. Остальное выливаем с картофеля. К бульону добавляем 15 грамм свежих дрожжей. Перемешаем и накроем на полчаса полотенцем. Теперь, когда картофель чуть-чуть подсох, помнем его. Теперь дальше займемся тестом. Добавляем 1,5 ложки соли и наш картофель. Все хорошо замешиваем до однородной массы. Добавим 1 ложку подсолнечного масла. Теперь постепенно будем всыпать 350 грамм муки и замешивать. Тесто хорошо замешивайте руками где-то минут 10. После стова накрываем полотенцем и оставляем на час. На противень постелим перманентную бумагу и присыпем мукой. Сформируем теперь наш хлеб. И потом оставим пока в выключенной духовке на 2 часа, чтобы тесто подошло. Вот так вот. Теперь включаем духовку на 250 градусов на 15 минут. После понижаем до 200 градусов и оставляем еще на 30 минут. Теперь хлеб нужно накрыть фольгой и оставить печься в духовке еще 30 минут. Посмотрим же, что у нас получилось. Мой первый в жизни хлеб. Итак, немного когда остынет, разрезаем. Получилась снаружи хрустящая корочка, а внутри он очень мягкий. Хлеб получился очень вкусным. Мы его просто съели с вином, без никаких добавок. Рецепт очень простой, только нужно ждать подхода теста.